Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Всем здорова, друзья! С вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас снова место для базы, наше здравомыслие чуть-чуть поднялось, и мы снова делаем печку. Нашу печку уничтожили туземцы-призраки, которые прибежали в наш лагерь и уничтожили нашу печечку. Бери вкусняшки, бери попкорн, наше выживание продолжается. Мы снова делаем печку, мне снова нужна зола, мне снова нужны кирпичики, которых мне сейчас, по идее, не хватит. Но не беда. Теперь понятно, что туземцы уничтожают те постройки, где горит костер. То есть, понимаешь, они подходят к коптильне, они подходят к печке, к костру, и они все дело уничтожают. Мне нужно еще два кирпичика. Сейчас мы подождем, наш костер прогорит, и заберем золу. Но пока мы будем ждать, мы будем охотиться. Маленько, конечно, галлюцинации есть, но, знаешь, это не беда. Это нормально. Потому что мы в джунглях, у нас 87-й день выживания, это нормально. Ребята писали комментарии, если есть у тебя отравление, а если блевотина, то нужно пить воду. Я это дело проверю обязательно. Сейчас мы скушаем мясо, не человеческое. А сырое мясо скушаем, у нас будет отравление пищевое. И будем пробовать пить воду. Попробуем это дело обязательно. Будем дальше строить наш домик. Да, искать дерево. У нас есть еще много этих мелких палок. Дело, конечно, нужно. Давай здесь бросим. Так, короткие палки. Нужно еще принести много коротких палок, тоже накидать. Сейчас пойдем за мясом, тоже это заберем. Кстати, стенку мы приготовили. Показали студентам. Уже галлюцинация. Бери попкорн, бери бабушкины пирожки. Наше выживание продолжается. Так, я хочу попробовать сделать глиняную стену. А стену прямо вот сюда впендюрить. О, смотри, то, что я хотел. То, что я хотел. Видишь, с этой стороны реально будет красиво. Костер прогорает, но мне нужно много золы, понимаешь? Чтобы была глина. Нужно сперва сделать вот эту печечку. Там будет зола, там будет уголечки. Реально, раньше не было проблем с золой, ее всегда было много. Ну, именно сейчас, когда пришел на новое место, здесь сразу нужно много всего. Пока... Ух, у нас темнеет. Я пошел за мясо. 28 килограмм, а кость сейчас я выкину в наше местечко для костей. И пойдем за мясом. Так, сразу выкинуть нужно и... Это выкидываем. Выкидываем и палочки. Много палок притащил именно сюда. Ну, пригодятся. Потому что здесь у нас будет костер. Здесь у нас хорошее местечко, где можно обогреться, обсушиться. Галюненькие есть. Но нужно быть возле огня. Нужно быть более человечным. И тогда реально будет все офигенно. Идем, идем, идем. У нас есть ловушка. Вон, видишь? Слушай, я реально слышал туземцев. Уже это не галлюцинация, блин.
Just give up. Напил тебе, кабанчик. Кабандок. Так, забираем кабанчика. Мясо есть. Сейчас мясо, наверное, пожарим. Покушать надо так мясо, потому что нужно выходить из этого состояния. Потому что меня прет. Меня еще прет. Продолжает переть нас. Селок нужно опустить и продолжить. Такие галенки, что-то как будто издалека что-то падает вниз. Я вот замечаю очень часто. Такие галлюцинации. Так, заберем с собой то, что у нас тут есть. Палочки, длинные палки нахватаем. Две длинные палки есть. А это дело все нужно будет. Ну что, обустраиваемся. Тут у нас глина, вода, здесь у нас печка. Там у нас дом строится. Смотри, реально уже что-то обрисовывается. Кто там бегает, кстати? Мелкие, на разъящивается бегает. Так, длинные палки по идее нужно вот сюда. Так. Не знаю, зачем я строю, конечно, кузнечное дело, но хотя бы знаю, что бы было. Так, пить, точно. У нас есть мясо, есть кость. Сейчас все дело выкинем. Мы нахватали много костей, много мяса. Сейчас нужно дело обработать. Так, пошло дело. 2 дня можно уже спокойно жить. Мяса у нас много. Я тебе говорю, место реально обалденно. Потому что есть опасности. Есть много мяса. Есть туземцы, они сюда очень часто прибегают. Но это ящерица бегает. Так, туда я не пойду. Вон, бананы бегут. Ну там пауки. Вон, слышь, паука. Ай, паук. Так, больше я бананов не вижу. Больше бананчиков нету. Друзья, писали комментарии, что место ты классное нашел. Место обалденное нашел, и можно здесь реально закончить 100 дней выживать. Мы посмотрим, сколько сможем обустроить за 13 дней. Кстати, не очень счастливая циферка, да? Так, давай берем глину. Пока наше мясо готовится, можно замарать ручки, можно накидать глину. Даже и не замарал руки, потому что идет дождь, и наши руки сразу моются. Вот здесь мясо готовится уже, наверное, 4 дня. Слушай, я не понимаю, почему так долго? Очень долго это мясо готовится. А здесь мясо вообще не готовится. А, наверное, потому что идет дождь, поэтому мясо готовится очень долго. Она, по идее, сушится, а костер, то есть дождь, наоборот. О, мясо готово. Так, сейчас мы возле костра посидим. Сейчас мы мясо покушаем. Вот такие крики, они как будто реальные, а не галлюцинации. Так, реально можно посидеть возле костра и спокойно поднять себе здравомыслие, понимаешь? Так, пока мы сидим, можно сделать стрелы. Хотя бы 2 стрелы можно сделать, добыть. О, плюс 2 здравомыслия. Все. Так, хорошо, сделаем стрелы, изготовить. Стрелы мне нужны. Перья у меня есть, где-то поблизости. Вот, даже бегать туда не нужно. Так, 4. Все, галлюцинации прошли, надеюсь. Меня отпустило, слушай. Меня реально отпустило. Но нужно поднимать свои здравомыслие, нужно нормально питаться. Нужно быть более человечным. Не столько костей валяется. А, кстати, нужно сделать броник. Нужно проверить. Сейчас броник. Что за... Что это такое? Где здесь? Кто? А ну-ка, вылези. Так, воду. Хочу воды. Хочу воды. Так, вода есть. Так, я жду, пока прогорит мой костер. Мне нужна зала. Нужно закончить печечку. Да, еще будет гореть до утра, походу. Можно пойти поспать. 10 часов. Либо сделать еще стрел. Стрел у нас уже 10 штук. Ух ты, здорово. Так, камни нужны. Нет, галюники еще не отпустили. Камни нужны, кстати, да, камни нужны. Где камни извалять? Большие камни нужно 3 штуки мне. Туземцы! Это точно туземец. Вам прям по курсу, кажется, да? Ой, я промахнулся, что ли? О, погоди, а где мой стрелы? На тебе! Это уже не галлюцинация, это реально туземец уже.
Заберем копье. А где мое второе копье, я не понял. А, на четверочку было. Расстреляли, смотри, как лежит. Как воин, да? Как настоящий воин. И в глаз попал, смотри. И в руку попал. Ну, профессионально, что я не говорю. Обалденно, все. Галеники есть, но видишь, я услышал туземцев, они хоть появились. Это радует, реально. Ой, тяжело нам ходится. Уходим отсюда. О, есть еще деревья. Деревьев здесь много. В радиусе 360 градусов. То есть везде деревья, это реально радует. Но жалко, нет бамбука. Так, тяжело у нас ходит. Что нам делать с человеческим мясом? Пускай она валяется, пускай она портится, и там достану личинок. Видишь, мясо ягуара уже испортилось. Здесь у нас будет человеческое мясо, она куда-то делает. Так, выкидываем человеческое мясо. Из него ничего не приготовить, только достать можно личинок. Так, мясо уже... А, погоди, а мясо было? А, мясо я забрал, кстати. Мясо. Съесть! О, здравомыслие плюс 5. Ну что, попёрло. Меня попёрло. Смотри, все офигенно. Нас прёт. Так, кости выкидываем. Костей тьма у меня, реально. А какая-то неизвестная трава. А давай-ка мы её скушаем. Съесть. Ой, минус 2, пищевое отравление. А, я не вижу. Я не вижу пищевого отравления. Так, нужно еще съесть мясо. Эй, погоди-ка. Съесть. О, здравомыслие плюс 5. Все, нормально. Все дело восстанавливается в норму. Слушай, реально, все видно хорошо. Поляна обалденная здесь. Я не перестаю удивляться. Туземцы приходят, это тоже радует. Они не дают мне скучать. Так, ну что, зала практически приготовилась. Сейчас мы доделаем нашу печечку. И печку будем заправлять. Так, перьев сколько здесь? Перьев, тьма. Так, о, пока у нас еще готовится зала, можно сделать еще стрелы. Лишние стрелы не бывает. Но чтобы так не мешались, много стрел не было, и чтобы не мешались. Вот здесь можно еще наверх, да? О, можно еще наверх. Так, окей, давай-ка сделаем еще стрелы. Все, галюники прошли походу на 100%, но еще наше здравомыслие в норму не пришло. Но не беда, сейчас мы маленько еще побегаем, денек второй, и будет нормально все. Буквально двое суток, наверное, прошло. Бессонница у меня. Да, это проблемка, нужно спать, видишь. Вроде бы есть энергия, но спать не хочется. Все, пойдем спать. Пойдем реально поспим чуть-чуть. Чтоб нормально прийти в норму, здравомыслие поднять. И в 5 утра мы проснемся, как огурчик. И огурчик, все нормально, да? А все, прогорело. А, прогорел. Забираем все припасы. Все готово, и пойдем-ка. Мясо. Слушай, смотри, мясо намокло. Видишь, она не сушится. То есть она будет заново сушиться. То есть нужно сделать какой-то укрывной, чтобы мясо сушилось. Мясо уже 5 дней, оно уже давно испортилось. Висит, давно испортилось. Ну, не написано, что оно испорченное. Знаете, пускай будет готово. Так, идет дождик, это хорошо. Сейчас кирпичики будут готовы. Нужно набирать много-много палок. Это у меня палочек нет. Вот эти палки у нас есть. И готовить печку заправлять. Давай, быстрее. Галеники прошли, все чудесно. Мясо есть, мясо я питаюсь. Очень много мяса есть. Так, что у нас по энергии? А, хочу бананы и хочу маленькой воды, и все. А, съесть. Давай перемешаем все это. Муть компотную. И готово. Смотри, галеники еще не проходят. Так, это тут есть. И закидываем сейчас дрова. Так, закидываем дрова. У меня тут дров-то нет пока еще. Пойдем заберем, наверное, дрова вон оттуда. Десяток принесу сразу. Я закидываю туда доски. Закидывал. Прибежали туземцы, все дело разрушили. Печально, конечно. Но это джунгли Амазонии. Здесь везде опасность. Так, все, десяток есть, да? Мелкий еще не хватает. Это опасности джунгли Амазонии. 88-й день выживания. Нам осталось прожить 12 дней. И я готов прожить их и более-менее достойно.
Так, у меня пиявки появились, поэтому у меня галлюцинации, понимаешь? Буквально какая-то одна мелочь, и уже, видишь, здравомыслие падает уже. И какие-то галлюцинации. Нет, еще есть. Все, 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 здравомыслие, нормально, вернись. Броник отделе. Нужно проверить броник там, кстати. Так, закидываем в нашу печку. Так, есть одна доска. А, можно добыть бревно. Кстати, можно продолжить дальше строить нашу хибару. Сейчас мы закинем печку. Я хочу просто проверить. Можно дальше сделать каркас? О! Можно дальше сделать. Видишь, как прикольно, да? О! Можно и сюда сделать, да? Давай мы сюда сделаем. То есть, понимаешь, мы сделаем какой-нибудь мини-домик. Маленький домик мы сделаем до сотого дня. Вот так можно сделать. И, наверное, и в другую сторону можно, да, поставить. А здесь не стоит, потому что здесь у нас... А вот здесь, возможно, встанет здесь. Если, конечно, убрать эту стену. Но стену я уже не буду ломать. Пускай уже будет так, как есть. А, возможно, дальше поставлено. Здесь у нас сушилка. Можно еще двигаться потом сюда. А смысла нет, конечно же. Мне кажется, смысл и вот это здесь тоже не нужно. Здесь коряга мешается. Очень сильно мешается коряга. Здесь сделаем стеночку. Можно прямо сейчас уже, знаешь, что-то обустроить. Посмотри, как это будет смотреться. Так, мне нужна стенка. А, во, тут стенка будет. Хотя нет, погоди, тут нужно сделать окошко. Ну-ка, убери. А, не то разрушил. А не беда. Ну, стенка, уберись. О, стенки нету. А можно сделать окошечко здесь? Окошко, дверной проем? Нет, не том, не том. А где окошки наши? Погоди, один еще окошко. А, погоди, все верно. Да, нужно сперва такую стену, а потом из глины можно сделать уже с окошком. Так, вот так сделали. Вот здесь каркас, по идее, тоже нужен. Да, вот здесь каркас тоже нужен. Сейчас поставим. Из дерева. Потом здесь будет у нас дверь. Здесь у нас будет тоже дверь, сюда будет проходик. Здесь будет проходик, здесь у нас будет, что у нас здесь будет? Что здесь будет, здесь стена, либо дверь. А вот здесь будет заход. Вот здесь будет заход. Ну, что типа того. Конечно, можно здесь строить гораздо больше, но зачем нам строительство большое? Все, погнали делать печку, погнали закидывать дрова туда. Дров здесь много, можно что-то и строить. Мелкий, 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 конечно, не так идет. Ну, тоже закинем. О, 50% я закинул. Чудесно. Да, еще прет нас. Нас маленько прет. Нужно близость огня. Кстати, огонь, огонь. Нужно делать огонь, чтобы была еще зола. Потому что мне нужно еще золы много. Так, кирпичи. Хватит, не хватит вот на эту. Я даже не знаю. Давай по порядку закончим сперва с этим. Давай-ка нахватай максимально. Закончим с печкой и продолжим. Ротка 5, 5, 6 штук. Мне нужны покрупнее палки. Эти мелкие палочки, они не нужны вообще. Так, все, максимально я набрал. Как они отвечают на мой зов, да? Зов джунглей. Зовут. Так, мне кажется, будет достаточно этих палочек, чтобы забить ее на 100%. И будем охранять наш дом, потому что они прибегают, они разрушают мои постройки. Где находится костер, они разрушают. Я помню, у меня была коптильня, и они разрушили коптильню, потому что там горел костер. Так, все готово, нужно сделать костер туда. Сухой лист, у меня есть еще два штуки, и там еще валяется, у меня его будет достаточно. Что ты угораешь? Ну что ты угораешь? Погоди, я с тобой не разберусь. Все, печка пошла, есть, печка пошла. Так, огня у нас нет. Нужно сделать тут стену. Нужно сделать каркас. Дел много, мясо не сушится, мяса вроде много, его нужно жарить все-таки. Камни, камни. Хорошо. Что у нас? Давай-ка сделаем для воды, потому что вода нужна, по идее. И нужно все-таки делать нам костер. Потому что здесь приходится только жарить мясо. Так, последний кирпич. Ну, нет, наверное, еще надо будет кирпич. Еще один кирпич не хватает. Чуть-чуть, видишь, буквально. Ну, хорошо. Делаем костер. Делать нечего. Зовы надо много.
А только под навесом, чтобы... Потому что дожди наступают активно. Дождей очень много. Так, мне нужны коробки. А палки нужны, палки закончились. Пойдем-ка в ту сторону леса. О, смотри, сколько тут деревьев можно рубить. Ну, хорошо, погоди, сейчас мы это дело рубим. Сделаем перевязку, потому что мне нужны перевязки. Бананов пока и не вижу. Пока и не выросли. Так, много деревьев. Они нужны мне, кстати. Они реально мне нужны. Так, перевязку. А, изготовить. Повязку. А, изготовить. А можно что-то добыть, да, кстати? Ну, погоди-ка. Да. Добыть. А чё... А чего добыть можно? Волокна добыли. А где они, кстати, я не вижу их. Волокна. Ладно, к черту. А пойдем рубить. Мне нужны и длинные палки. Мне нужны и короткие палки. Все нужно. Сейчас дело нарубим. Натаскаем чуть-чуть. Деревья везде, со всех сторон. И нужно проверить броник еще. Дерево еще много нам выживать 13 дней. Так, нарубили 3. А, давай четвертое срубим. Шишек здесь, знаешь, повсюду. Вот шишки тоже должны мы появиться. Но они еще, знаешь, не заспели. Туземцы появляются со всех сторон. Они везде уже появлялись. А на 360... О, толстые! На 360 градусов уже везде появились. Всего уж одно толстое бревно, что ли? Почему так мало? Так, камни. Камни нужны тоже. Длинные палки. А накидаем все сюда, потом мы просто заберем. Сейчас мы заберем. Так, мне нужно просто длинные палки пока что. Пока потаскаем. О, шишки! К черту все бросай! Шишки появились. Шишки не спанулись, это здорово. Так, заберем-ка. Так, все, что ли? Две длинные палки. О, большой камень, он нужен мне. По кучкам сделаем. Вот так. Там большой камень был, нужно его вытащить оттуда. А он нужен будет, конечно, мне сборника воды. Так, и смотрим, конечно, за постройками. Все пыхтит, все офигенно. Здесь бросим пока что. А, туземцев я не вижу, нужно напиться воды. Потому что мы работаем, нужно нам поднять H2O. Так, я хочу бананы, я хочу мясо. У меня тут готов, нет еще? Кто орал? Стрел много. Два копья у меня есть, я готов сражаться и... Никого не вижу. Так, камни. Камни нужны. А, кости какие-то валяются. Откуда кости у меня в кустах? Чьи кости? Так, нужно палочки нахватать и сделать костер. Пока он дальше горит. Нужно жарить мясо. Я уже маленько проголодался. Мы сейчас бегаем обязательно за свежей партией мяском. Так, 9-10. Все готово. Десяток есть уже. Хватай два бревна. Потащили делать костер. Сейчас мы делаем наш хибарун. Так, ставь. А заканчиваем костер и разжигаем его. Все дело работает. Все офигенно. Нужно проверить броник, чтобы я был уверен в битве. Не боялся. Yes. Давай, поджигай. Все, офигеть. Все работает. Печка работает. Вода. Мне нужно как кости найти гораздо больше этих чашек. Потому что по десяточке, ну это в принципе нормально. А можно глянуть наверх и найти, где находятся кокосы. Кокосы, бананы. Пойдем за мясом. Костер у нас жарится. А, то есть горит. То есть 4 можно еще набрать. Сейчас принесем мясо и пожарим мяском. Броненосец бегает. Так, ловушку никто не попал. О! Хрю. Держи, хэдшот. Хрю. У нас есть второе копье на всякий случай. Видишь как? Все подготовлено. Да, галеники есть, нужно находиться возле костра и есть мясо. Мясо плюс 5 здравомыслия. Куда полетел мое копье-то? Иди сюда. Так, все забрали. Можно нахватать, наверное, палочек и вернуться. О! Вот точно кокос! Да, там точно есть кокосы. Так, ловушку опускаем. А пойдем заберем кокос. Может, 2 кокоса заберем даже. Так, один кокос я, наверное, разобью. Заберу с собой его. Ага. А, там 2 кокоса. Нужно их сбить сейчас. Погоди, у нас много стрел. Нужно попробовать. О, попал, смотри, я снайпер. Стрела упала. Оп. Так, не получилось.
О, второй. Забираем кокосы, там у нас будет как раз чашки для воды. Чтоб проблем не было вообще с водой. Забираем кокосик. Забирайте кокос. О, все чудесно. О, как тяжело ходит с нам. Ничего, добежим. Нормально. Поляна обалденная. Мяса реально много. Туземцы есть. Леопарды приходят реально. Еще порыбачим, дорогие друзья. Да-да, порыбачим обязательно. Кабанчик бежит ко мне домой. Так, туземцев я не вижу там. Туземцы, вы где? Печка моя пыхтит. Ага, нормально все. Хрё-хрё, беги отсюда! Напугал меня. Так, печка долго? Печка долго будет пыхтеть, но там будет много уголечков. Так, я принес чашки для воды, по идее. Я принес кости. А давайте миски пока выкинем. То есть нужно еще изготовить. Кости мои летают наверх. А, много костей нужно сделать броник. Я сделал железный броник, и кое-где у меня он еще сохранился. То есть у меня еще рабочий железный броник. Я давно, конечно, занимался кузнечным делом. Он реально довольно прочный. Ну, как бы я уже опытный вояка, я пытаюсь туземцев уничтожить заранее, чтобы они ко мне не подошли, чтобы они меня не били. Потому что мне больно, когда они бьют. Так, длинные палки мне нужны будут делать каркас. Мне нужны еще толстые бревна. А принесем. Сейчас сюда все сделаем. Так, толстые бревна тут есть, а два штуки. Ой, тут гораздо больше. Каркасы закончим. Длинные палки, веревки, и уже будут каркасы готовы. Так, сюда, сюда впендюрим. И сюда. Все готово. Осталось по верху. Так, мясо. Мясо приготовится? Нет? Мясо не готовится. Где мой шеф-повар? Ой, мясо у нас есть. Съесть. Плюс 5 здравомыслия. Нужно поднимать еще это здравомыслие. Так, это съесть. Шишки уже скоро... Нет, 2 дня еще нормально. Нужно вытащить оттуда их. О, гусеница. Хочу я гусеницу. Ой, здравомыслие минус 5. Нормально. Решил поднять, да? Да ничего, жить можно. Так, так, каркас, каркас. Каркас готов. А остались 4 веревки. О, все готово. Так, тут у нас мясо. Здесь у нас перья. Здесь будет у нас проход. Ну что можно дальше ставить? Где у нас будет проходик и где у нас будет окошко? Так, а давай-ка мы сейчас поставим двери. Деревянный проход. А, не стоит, видишь как. Мешаются листья, наверное. Сейчас этого дела уберем отсюда. Выбросим. Давай еще разок. А опять что-то не стоит, наверное, кости мешаются, да? Давай уберем кости отсюда. Насрал здесь конкретно. Давай подальше уберем. Так, перья, возможно, еще мешаются. Ну, теперь все я убрал. Теперь должно все дело встать на место. А она все равно, возможно, корягами, видишь, мешается. Так, окей, хорошо, что будем делать тогда? Как поступим? Ну-ка, погоди. А каркас можно сделать еще? Каркас вот сюда впендюрить. А здесь, вижу, уже не встает. Ну ладно, черт. Так, печка пыхтит, костер пыхтит, мясо там готовится у нас. Каркас у нас не встает никак, видишь. Ну хорошо, здесь будет у нас дверь. Все равно и так понятно. Здесь тоже будет дверь. А здесь будет... Что у нас здесь будет? Окошко здесь будет. Значит, просто дверь пока делаем. Вот такую. Да, вот здесь можно впендюрить такую. Все готово. Так, нужна зава. Это реально. Задница. Конкретная задница с этой завой. Ее нет просто. Мясо приготовилось. Так, придется нам потом пробегать, наверное, вот тут уже по коряге. Пробегать. Здесь будет у нас костер. Здесь просто будет домик у нас. О, шишки упали. Я заметил. Так, нужно делать крышу. Ведь у нас сарай получается без крыши. А мне нужно сделать крышу к этому сараю. Так, вот такой. А, из пальмы. О, уже намного симпатичнее. Так, ну что, погнали дальше рубить. Нужно мне еще 3 бревна толстых, чтобы закончить. Каркас.
Так, бревна. Где бревна? Тут пока что... О, пальмы. Здесь много пальмы. Буду знать. Буду иметь в виду. Так, пойдем на ту сторону. Крабики бегают. Так, палочки. Так, мне нужно 2-3 бревна толстых. 3 толстых бревна. Давай рубить здесь. Все, приходится дальше и дальше нам ходить, чтобы добывать бревна. Но пока что все дело хватает. Так, пока брось. Так, все добыл. Заберем длинные палки. И все. О, неизвестный повод, погоди, я его заберу с собой. Голенький не проходит. А мясо мое приготовилось. Я забыл про мясо. Бросай сюда. Печка пыхтит. А, мясо забираем. Так, 3 куска мяса есть. Давай-ка скушаем его. И маленько придем в норму. Так, съесть. А, плюс 5. Это тоже съесть. О, плюс 3 здравомыслия. Погоди, у меня пиявки. Поэтому еще у меня здравомыслие падает. Эти пиявки меня пожирают. Снаружи. Так, нет. Да все нормально. Погоди, ну я же ем мясо. Ну, долго поднимается это здравомыслие. Реально проблема. Проблема решаема. Так, здесь у нас будет проходик такой. Возможно, потом здесь я смогу еще дальше, а чуть здесь поставить каркас. И сюда, возможно, смогу пойти каркасы. Но это еще неизвестно. Так. Мне нужны бревна. Сейчас мне нужны бревна, нужны достроить каркас. Бананы вижу. О, плодики! Давно я их не ел, кстати. А, давай сразу скушаем. Да, я как раз проголодался. Углеводики не нужны. Слушай, все обалденно. Смотри, все у нас есть. Дождик идет, вода всегда есть. Это радует. Это реально радует. Так, погоди-ка, я видел мясо. Я где-то внизу видел мясо. Так, смогу, не смогу я сделать хедшот ему. Оп! Вот это я охотник. Ну, браво, аплодисменты. Не нужны. Слушай, я хочу попасть попугая. Он летает довольно активно, но у меня много стрел. Я рискну. Нет, не получается. Он слишком далеко летает. Он слишком высоко летает. Так, пойдем вниз, заберем нашу тушку. Тут змей бывает много, кстати. Как попал-то? Куда попал, кстати? А, прям в ухо. Прям в ухо попал. Обалдеть. Охота продолжается, друзья. Мы выживаем 89-й день уже. Сколько мы глянем? Сколько всего? 88-й день. А, забирай стрелу. У нас много сырого мяса. Нужно ползти домой. Я много всего хватал, приготовленное. Съесть его. Ой! А нет, нормально, съел. Жареный. Так, бананы, кстати. Вода грязная. Вылить ее. Она занимает килограммы, граммы. Так, я пошел уже неизвестно куда. Какой-то водопад красивый, смотри. Друзья, давайте же закончим уже тут и продолжим в следующих сериях «Выживать в зеленом аду». Продолжать смотреть что-то интересное. Открывать новые локации. Змеи появились. Видишь змеюку? Видишь, какая змеюка? Всем спасибо, кто смотрел до сюда. А всем, друзья, удачи и всем пока.